Друзья, привет всему моноколесному сообществу, на связи Паша Клымык, и вы на канале «От первого лица». Я прокатился в этот относительно пасмурный ноябрьский день. Температура за бортом у нас сейчас около 5 градусов, может быть чуть меньше, может быть чуть больше, ну как бы так, прохладненько. И припарковался, как видите, недалеко на набережной. Тут у нас Днепр, тут у нас набережная, тут у нас отсутствие каких-либо людей. Подальше от машин, чтобы звук хорошо был слышен. Как видите, я закутан по самые уши, и сегодня на повестке дня я бы хотел с вами поделиться такой темой, как зимний экип для моноколесника. Штатив поставил, GoPro зарядил, микрофон петличку повесил, жду от вас лайка или комментария, или пальца вверх за мои вот такие страдания, везу штатив на горбу для того, чтобы снять для вас какие-то видосы. Поэтому поставьте респект мне, и я поставлю респект вам в виде новых видосов. Поехали! Я собрал для вас минимальный комплект того, что я использую, будучи сноубордистом, не знаю, около 10 лет. Что меня подтолкнуло записать это видео? Во-первых, первое, это фраза, что нету плохой погоды, есть плохая одежда. И это действительно так. Хотите верьте, хотите нет, но я сейчас сижу неподвижно за окном около 5 градусов, наверное, плюс-минус, и мне жарко. Мне жарко, потому что мне жарко, потому что одежда такая, что она рассчитана на более холодное время года в горах для катания на лыжах, на сноуборде. Я оделся так для того, чтобы показать. Это не по погоде, это на более холодное время года. Оделся так для того, чтобы показать наглядно, в чем можно катать и при минусовых температурах, и вы будете себя чувствовать сухо и комфортно. Итак, значит, с чего мы начинаем? Начинаем мы, наверное, с верха. Давайте вот с верха вниз. Первое, я буду с вашего разрешения вставать, подходить к камере, потому что она стоит на расстоянии, наверное, 2 шагов для того, чтобы видеть картинку. Не знаю, понравится она вам или нет. И для того, чтобы видеть меня в полный рост. На мне петличка и звук, в принципе, вы должны слышать. Итак, значит, первое, это шлем. Это шлем, в котором должно быть тепло. Мой шлем для сноуборда, он на самом деле с ушами. Я вам покажу вставку, вот прямо сейчас сделаю. Он с ушами, и под шлем я не надеваю никакой ни баф, имеется в виду на голову, никакую шапку, потому что если шлем комфортный, если шлем для вас, по вашей голове, по вашему черепу, то вам не захочется ничего на нем, под него надевать. Шлемы бывают абсолютно разные, мерите, если зимние, это я говорю про сноубордические, мерите, и единственное, что они, большинство из них, не full face, без защиты подбородка. Я начинал катать именно в таком шлеме, потом постепенно уже решил все-таки, что подбородок тоже важная часть нашего скелета. Шлем. Следующая вещь, которую, на мой взгляд, тоже важно иметь, это маска. Именно эта маска, она шла в комплекте со шлемом, таким бонусом бесплатным. Моя маска, которую я использую для катания на сноуборде, она выглядит немного чуть по-другому, она чуть более большая по размерам, сейчас прям вы ее видите на видео, больше имеет обзор, то есть когда вы едете, допустим, на сноуборде, да, вам важно чуть ли не на 360 градусов видеть все, что вокруг вас происходит. И маски, опять же, они все разные, есть более дешевые, есть более дорогие, есть оранжевым фильтром, с оранжевым фильтром, есть зеркальным. Если говорить про меня, то я бы, наверное, покупал маски или максимально с прозрачным фильтром, или максимально с зеркальным фильтром, чтобы быть, так сказать, на стиле, да, то есть когда солнечный день, будь то в горах, то очень неплохо смотрится потом в дальнейшем на фотках. Вот эта маска, если я не ошибаюсь, она, я не вижу, то есть я вот внутрь засовываю руку, я не вижу абсолютно ничего, она относительно зеркальная.
Что касается запотевания масок, на мой взгляд, запотевают все маски рано или поздно. Это даже не из-за того, что какая-то хуже, какая-то лучше, какая-то однослойная, двухслойная. Ну, большинство масок, 99% масок, они все антизапотевательные. Если даже она у вас начинает запотевать, вы просто покупаете баллончик, небольшой баллончик, брызгаете изнутри, не снаружи, а изнутри маску, и не касаетесь руками, потому что каждое протирание тряпочкой вашей маски, она снимает вот этот вот слой, антизапотевательный слой изнутри, поэтому внутри маску вообще не трогайте ни руками, ни тряпками, ничем. Баллончика хватает, да, на миллион раз. Запотевает еще маска, может запотевать маска из-за того, что вы не двигаетесь. Какая система у сноубордистов? Когда вы стоите на месте, вы дышите, и у вас пары из носа, да, или изо рта, они поднимаются вверх. И из-за этого вы направляете потоки воздуха как раз в маску, в какие-то щели. Это ж не маска для плавания, где не должны попадать вообще никакие капли воды. Это вполне нормальная, как бы, маска. Поэтому, стоя на месте, сноубордиста может маска запотевать. Даже банально от каких-то там из глазных желез, да, какая-то там, не знаю, выходит вентиляция, и она попадает в маску. Когда вы начинаете двигаться, когда вы начинаете ехать с горы там, или на моноколесе, то, как правило, у масок есть такие забрала, которые, как в машине, захватывают воздух, и чем больше скорость, тем меньше вероятность, что маска запотеет. Тем меньше вероятность, что, потоком воздуха она распотевает. Даже вот в этой no-name какой-то маске, если вы посмотрите, вот тут вот есть вот такие вот забрала. Они как-то странно, конечно, установлены, потому что спереди никаких решеточек нету. Но я предполагаю, что воздух ударяется вот об эту рамку и попадает вот сюда, вот в эти забрала. Вот сюда попадает. У других масок, у сноубордических, у лыжных масок, оно, в принципе, эти забрала решеточкой, по всему периметру вот так вот пронизаны. Более того, у более дорогостоящих масок это не резиновая накладка, да, вот как тут у нас резиновая такая прослойка, а такой поролон, то есть приятный лицу. Вот, все максимально просто. Это что касается масок. Ну, маски, я думаю, что объяснять не нужно, что, во-первых, маски от скорости. Лично у меня на скорости глаза начинают слезиться, и поэтому на том же сноуборде я не могу ни минуты, ни часа проехать, чтобы у меня не капали из глаз слезы. Я всегда катаюсь в маске вот до последнего, до самого закрытия подъемника. Уже когда, знаете, даже в маске ни черта не видно, тогда я уже ее снимаю, но все равно там еду и плачу, потому что из глаз слезы. Так, что у нас дальше? Дальше у нас, на мой взгляд, одна из самых главных вещей для температуры воздуха зимой, для температуры менее там 7-5 градусов, это варежки. Варежки желательно, да, это лыжно-сноубордические зимние. Они выполняют две функции. Первая функция – это согрев, да, логичная. А вторая функция – это способность противостоять влаге, способность противостоять дождю. То есть, когда дело касается про снег, про сноубордистов, про там какие-то сугробы, снежки, то важно, чтобы варежка не намокала после 10-секундных каких-то падений. Вот. Эти варежки, вот именно эти варежки, это мои вторые варежки. Для сноуборда я использую свои, покажу на видео вот прямо сейчас. Они меньше по размеру, они выполнены в виде именно варежки, да, когда мы весь кулак засовываем внутрь, и у нас внутри такой вакуум, у нас внутри такой мешочек для нашей кисти. Когда у вас располовинена перчатка на пальцы, то у вас пальцы быстрее замерзают. Они быстрее замерзают, потому что вокруг каждого пальца у вас, получается, окутывает воздух холодный. Когда у вас вся рука находится в варежке, именно в варежке, не в перчатке, а в варежке, то все пальцы у вас воедино соединены, и у вас в этом мешочке комфортно
все находится. В данном случае у меня, я заказал на Алиэкспрессе, ну, такой пробный вариант, мне всегда было интересно потестировать, как это, что это. Такой пробный вариант, полуварежка, полуперчатка. Вот так вот она выглядит, да, как краб. В чем плюс? Плюс в том, что, во-первых, у сноубордистов, когда они застегивают крепление, им нужны, ну, как минимум, два пальца, чтобы затянуть крепление и чтобы расстегнуть потом крепление, допустим, обратно. Поэтому в этом случае вот эти два пальца, они как бы, ну, выполняют свою роль. Почему я не взял прошлую варежку? Потому что это, несмотря на то, что она по размерам L, она еле-еле влазит на защиту. Прошлые мои варежки, они вот хоть тресни, они не залезут на защиту. Все, тут комфортно. Надеваю варежку. Внутри она выполнена, опять же, тут один палец, тут все пальцы вместе. И тут тоже один палец. Если нужно затянуть, то я затягиваю вот этой вот байдой. Очень максимально рекомендую использовать вот такой вот девайс. Да? То есть это копейки, это шнурок стоит копейки. Можно сделать, соорудить самому, купить шнурок, связать его и купить вот такой вот карабинчик. Я даже не знаю, как его назвать. Все, для чего это делается? Для того, чтобы вы, как сноубордист говорю, вы могли вот так вот на рукав надеть, допустим, или на кисть, и не бояться, что у вас варежка где-то упадет в грязь, упадет с подъемника, когда вы поднимаетесь, допустим, в горах. В качестве моноколесника вы можете, да, там, не знаю, заходить в магазин, быстро снять варежку, бросить ее, и она у вас там болтается. Вам не нужно растыкивать по карманам. То есть очень удобно, и вы гарантированно ее нигде ничего никогда не потеряете. То есть это must have максимально. Вот эта штука, наверное, важнее, чем варежка. Есть. Следующий момент, это вот такая вот штуковина на лицо. Выглядит она очень просто. Вот так вот она цепляется. Не знаю, как звук сейчас, я микрофон прикрыл. Вот так она цепляется и, в принципе, выполняет роль, ну, от ветра, защиты ваших органов дыхания. Цепляется она на вот такие липучки сзади. Я даже не знаю, как оно сделано. Это презент. Мы когда-то участвовали в Red Bull Jump and Freeze, когда на сноуборде прыгали с горы в озеро. И это был такой презент. Сделано, кстати, написано в Харькове. Вот такая штука. Есть альтернатива. Альтернатива максимально тоже полезная, качественная, практичная вещь. Это баф. Я, к сожалению, баф с собой не взял, но, опять же, я вставлю в видео того, какой баф я использую. Баф – это такой чулок, такой носок, который выполнен из... Одна его часть выполнена с более плотной ткани, да, там какая-то подклад даже какой-то, и большая часть, она выполнена в обычной ткани. То есть вы более плотной тканью надеваете, допустим, на нос, на лицо, и нижнюю часть вы опускаете там чуть ли не до плеч. Все, у вас очень комфортно, никакие шарфы, которые постоянно развязываются, никакие вам ничего не нужно. Подтянули на нос, все, в условиях карантина максимально можно использовать даже вместо маски. То есть вы катаетесь, вы двигаетесь по улице, заходите в магазин в этом же девайсе и пошли гулять, пошли покупать, все отлично. Тоже баф для зимы, максимально полезная вещь. Так, вот такая вот у нас гора уже зимнего спортснаряжения. Следующая штука, которую я бы максимально рекомендовал не только моноколесникам, да в принципе всем людям, которые хотят себя чувствовать комфортно зимой, это куртка. Причем я встречал на просторах интернета разные мысли, разные доводы по поводу курток, в которых нужно ездить там велосипедистам, моноколесникам и тому подобным. На мой взгляд, куртка, в которой катают лыжники и сноубордисты, это лучший вариант для моноколесника. Объясняю почему. И лыжники, и сноубордисты, они находятся в реально экстремальных условиях низких пониженных температур. Самые низкие, кто был, допустим, на Драгобрате, да, тот понимает, что в худшие времена
при температуре, допустим, минус 15 градусов с ветром, который находится на вершине, эта температура превращается по ощущениям, там, не знаю, в минус 50. Если есть ветер, то даже не минусовая температура превращает вас, ну, в какого-то просто промерзлого субъекта. Поэтому, что касается куртки. Показываю мою куртку, которую я купил относительно, ну, не помню, два или один сезон. До этого у меня была куртка более яркая. Ну, я хотел удлиненную, потому что вы, когда садитесь, допустим, будучи сноубордистом, на кресло, то у вас постоянно задница мокрая. В этой куртке, если вы посмотрите, в этой куртке я даже если сажусь, я сажусь, по сути, на куртку. Плюс, когда вы двигаетесь, вы едете, у вас может что-то постоянно задираться, постоянно там где-то подниматься. В этой куртке даже если что-то будет подниматься, то она все равно не будет, ну, никак абсолютно выше, чем, ну, чем может быть. Что именно в этой куртке, как выбирать, давайте так, как выбирать куртку? Как я бы выбирал, если бы я бы покупал куртку чисто для моноколеса? Первое, это смотрите на количество, допустим, карманов. На количество карманов, почему? Потому что зимой где-то что-то возить в рюкзаке, где-то что-то возить в каком-то мотосумке. Очень неудобно. В куртке все при вас, все в тепле. Если это внутренние карманы, они максимально приближены к вашему телу. И даже тот же телефон, GoPro, оно не так разряжается. Поэтому в этой куртке что у нас есть? У нас есть внутренний карман для телефона. Тут вывод для шнура, если у вас наушники проводные. Тут у нас есть сеточка для каких-то девайсов, не знаю, там какие-то шоколадки можно положить, которые не так будут замерзать. С этой стороны у нас тоже есть сеточка. Наружные карманы у нас расстегиваются на липучке. Тут у нас есть замок. Ну, в принципе, все куртки разные. Вы смотрите, сколько куртка выдерживает влаги. То есть есть в куртке цифры, да, вот вы когда покупаете цифру, сколько водоотталкивающие свойства составляют, допустим, там есть 3000, дробь 3000, есть 5000, есть 10000. Чем больше эта цифра, тем дольше куртка сможет выдержать попадание влаги. То есть если вы вот так вот встанете, на вас будет капать дождь, да, вы там на кресле где-то едете, на вас капает дождь, то одна куртка выдержит до промокания, ну, к примеру, там, не знаю, там, одну минуту, а другая куртка выдержит до промокания, ну, к примеру, там, 10 минут. То есть смотрите эти цифры. Я бы рекомендовал, если это не какие-то прыжки в снегу, то 5000/5000 – это вот так вот выше крыши. Все остальные девайсы смотрите просто по ощущениям. Более тонкая куртка, она может вас согревать даже лучше, чем какая-то тяжелая, тяжеленная, толстый какой-то бушлат. Потому что сейчас ткани, сейчас способности курток ну, настолько разнообразны, что технология позволяет согревать тело ну, просто на ура. Есть в куртках дополнительные внутренние, вот такая вот штука, которую вы цепляете, к примеру, да, на палец. Ну, я сейчас не вытащу, потому что у меня тут защита. И это дополнительная при ветре, при снеге, дополнительная такая фишка, которая не позволяет вам внутрь попаданию какого-то снега или какого-то дождя. Надевается на палец, и все комфортно. Как видите, у меня эта куртка даже натянулась на защиту. Скажу больше, что под курткой, вот тут вот в этом месте, у меня на локотнике. Я, к сожалению, сейчас не сниму, не покажу, потому что я еле-еле натянул. Потому что, видите, она, ну, как бы так, не сильно широкая. Что касается цен на куртки, я, безусловно, согласен с теми, кто мне скажет, слушай, ну, куртки для сноуборда, действительно хорошие куртки, брендовые куртки, они стоят там по ну, просто колоссальных денег. И действительно это так. То есть это может быть и 10 тысяч, это может быть и 20 тысяч, в зависимости от бренда, в зависимости от магазина, в котором вы смотрите, покупаете. То есть если это какие-то там топ, да, там экстрим стайлы, там какие-то про бордшопы и так далее, так далее, да, там цены будут, ну, дай бог. В среднем хорошую куртку, если знать места, назовем так, да,
знать места, то можно вполне себе купить за 100 баксов. За 100 баксов. К сожалению, те места, которые я знал, те места, которые, где я покупал куртки, примерял куртки и оставался доволен, они уже не функционируют. Был хороший магазин Snowboard снаряги в Макросе в Киеве, на Петровке, в Макросе, такой неприметный. Есть еще один магазин, давно там не был, заеду, посмотрю, есть ли он еще на месте, напротив Ocean Plaza. Не помню, как торговый центр называется, напротив Ocean Plaza на той стороне, то есть через вот этот вот пролет, через этот проспект. Там тоже на втором или на третьем этаже есть магазин спортснаряги, как раз таки эту куртку я там покупал. Если мне не изменяет память, именно эта куртка пару сезонов тому, она стоила что-то порядка 150 баксов. Не больше, это точно. Я не гонюсь за брендом. То есть купить куртку за 300 баксов, в принципе, можно. Но если она выполняет те же свойства, согревает точно так же, имеет такой же формат удлиненный и стоит, допустим, не 600 баксов, а, к примеру, 150, то почему нет? Почему нет? В этой куртке я откатал несколько сезонов, и абсолютно негатива у меня абсолютно никакого нет. Единственное, если бы была возможность, я бы купил точно такую, но более яркую, допустим, да, там с какими-то вставками, потому что, ну, я думаю, что все сноубордисты знают, когда вы едете с друзьями, то на трассе увидеть вашего товарища, друга, брата, сестру, супругу в более яркой куртке лучше и скорее, чем если они будут в черной, в темной, в серой и так далее, и так далее. Вот, поэтому это единственный минус, все остальное одни плюсы. Штаны снимаю. В одном из прошлых видео я рассказывал вам, что сзади на наколенник, на шлейку наколенника я цепляю вот этот вот стоп-сигнал мигающий. Значит, снимаю, как это должно выглядеть в обычном мире, потому что у сноубордистов часто наколенники под штанами. Ну, как-то оно так, я не знаю, принято. Под штанами. Вот так вот выглядят эти штаны. Это штаны бэушные, им уже 100 лет, видите, они просто выполняют функцию, ну, какого-то из формата перекопать огород зимой, то есть, которые не жалко убить, которые не жалко постирать прям в стиральной машине, хотя этого делать нельзя с зимним экипом, но для защиты от непогоды, для защиты при минусовых температурах, для езды на том же моноколесе, как оказалось, они выполняют свою роль максимально комфортно. Есть доски объявлений, OLX, в частности, в Украине, есть доски объявлений в России, я знаю, где ребята обновляют товар, где ребята обновляют товар свой экип и распродают старые свои вещи. Вот специально для вас, вот смотрите, вставляю человек, у него, видимо, 7 или я даже не знаю, сколько у него было, 6 или 5 штанов. Ну, он решил, видимо, обновить экип. И все штаны довольно-таки неплохого визуально качества, яркие, комфортные. Как вы думаете, сколько они стоят? Вот, допустим, эти штаны, именно эти штаны, они стоят 500 гривен. Он их отдает за 500 гривен. Это не нательное белье, потому что под зимние штаны вы всегда что-то надеваете. Поэтому говорить о том, что ой, нет, это типа секонд какой-то, ну, как бы каждому свое. Если вам чисто для убиения непогодой, чтобы не трястись вокруг ваших штанов, которые вы купили там за 200 баксов или за 100 баксов, за 500 гривен это порядка, сколько это 15 долларов где-то. То есть, в принципе, это относительно копейки. У меня есть вторые штаны, которые мне жалко убивать на моноколесе, и я их использую только для катания зимой на борде, там, где нету грязи, ну, в принципе. Что касается стирки этих штанов, стирки куртки, стирки
мембранных изделий. Почему нельзя их просто стирать, взять вот так вот варежку, запихнуть в стиральную машину и стирать? Потому что весь этот экип, он состоит внутри, ну, как бы так объяснить на пальцах, он состоит из мембраны, да, вот как взять сито, в котором вы просеиваете муку. Это маленькие ячейки, которые выводят пот, выводят влагу изнутри, и в то же время не пропускают снаружи холод, влагу, дождь к вам внутрь. И вот если вы стираете ваш экип со стиральным порошком, допустим, эти ячейки, эта мембрана, она забивается, и в принципе вещь приходит в негодность просто по щелчку пальца. И потом вы, в принципе, ничего с ней не сделаете, останется только выкинуть, и все, больше ничего с ней сделать нельзя будет. Если вы планируете даже покупать бэушную какую-то вещь, бэушную именно зимний экип, да, сноубордический, ничего в этом страшного нету, купили и постирали, но не используйте стиральные порошки для стирки этих вещей. Я вставляю скриншот, чем я редко, но стираю свой зимний экип, и это единственное средство, с которым можно стирать мембранные изделия. Оно продается в Спортмастере, оно продается на сайтах, в интернет-магазинах. Это как жидкий такой, скажем так, стиральный порошок для мембранных изделий. Он не забивает мембрану, он не забивает поры. И второе, это аналогичный баллон, аналогичное средство, но оно уже не для стирки, оно как для пропитки от проникновения влаги. То есть вы постираете, и все, оно будет чистое, супер, но с этого момента у вас будет пропускать влагу снаружи внутрь. И вот вам для того, чтобы пропитать ваше изделие, вам нужен как раз-таки тоже специальное средство. Можно, конечно, можно купить, я не рекомендую, но можно купить, знаете, спреи есть для ботинок от непогоды, от дождя. Взять и побрызгать на куртку, но за последствия тоже говорить не буду, потому что тоже могут забиться, ну, как бы дешево и сердито, безусловно, это можно делать. Дальше, что я хочу, следующее, на что я хочу обратить внимание. Удлиненный, допустим, худи, да, вот удлиненный вот такой вот реглан, он, ну, кто-то любит более короткий, кто-то любит более длинный. Под регланом, смотрите, под регланом у меня, ну, покажу вам, вот такая вот штука, просто с длинным рукавом, тоненькая, так сказать, чуть-чуть толще футболки, то есть это никакой свитер, и под ним просто футболка. То есть не нужно 10 слоев свитеров, 10 слоев, потом 2 куртки, потом какую-то жилетку надевать. Все чисто, все комфортно. Идет футболка. Это даже я не упоминаю термо какие-то прибамбасы, которые используют, да, сноубордисты. Идет футболка, сверху идет дополнительный слой вот такой вот, с длинным рукавом, так скажем, девайса, хотя я его тоже редко надеваю, сразу надеваю сверху худи и сверху уже куртку. И даже в минус 5 с ветром встречным, езда на сноуборде, езда на лыжах, оно абсолютно комфортно, если у вас верхний самый слой в виде куртки защищает вас от ветра и от непогоды, от снега какого-то. Следующее у нас это то, что надето сейчас на мне под штанами. Штаны – это хорошо, но они сами по себе холодные. То есть, если вы их наденете даже на просто на голую ногу, то, ну, будет некомфортно. Оно будет согревать, но оно, ну, как знаете, как полиэтилен, который препятствует проникновению какого-то холодного воздуха. Поэтому под штаны, опять же, это или термо, какая-то термуха, или, если дешево и сердито, вы просто вваливаетесь в военторг. Военторг есть в любом городе, в любой стране. И спрашиваете штаны, вот, которые надевают вояки зимой. То есть есть более тоненькие такие, да, там, скажем так, на минус 5. Есть более толстый, да, с таким начесом. Если передвигаться, конечно, на скорости 40 км в час, хотя зимой я не представляю, как можно передвигаться 40 и не убиться,
посмотрим. Это будет мой первый сезон зимний. Я бы рекомендовал, наверное, вот эти штаны с Военторга с начесом. Да, они не будут выводить влагу, да, ваш пот, но в то же время это максимально дешево, максимально сердито. Я как-то посчитал, взял и посчитал, сколько будет стоить новому сноубордисту, человеку, который хочет встать на сноуборд, сколько ему обойдется весь экип, начиная от сноуборда, заканчивая варежками, перчатками, маской, шлемом, штанами. Это цифры такие, что даже иногда у человека просто может отпасть желание заниматься экстримом в виде сноуборда. Ну и напоследок, на мне сейчас нету, но для сноубордистов есть специальные, назовем их так, термоноски. Они выглядят как какие-то гольфы и надеваются почти до колена. То есть они удлиненные почти до колена. Почему? Потому что и они очень толстые, они очень плотные. Забыл упомянуть, забыл сказать, только вспомнил. Если говорить про сноубордические ботинки, то тут есть в них специальный зацеп. Специальный зацеп, вот посмотрите, я увеличу картинку. Этот зацеп цепляется за шнурок, и штаны у вас не подворачиваются, штаны у вас не задираются. Тоже максимально комфортно, максимально удобно. Друзья, вот такое у нас получилось видео, довольно-таки затянутое, длинное, но уж как есть, не обессудьте. Жду от вас обратную связь, в чем вы катаете зимой, как вы выходите из ситуации при минусовой температуре, или вы просто консервируете на зиму свои девайсы, да, видимо, на колес. Возможно, вы порекомендуете что-то мне для того, чтобы было зимой более комфортно, тепло, что вы используете. И если у вас есть какие-то вопросы относительно всего этого шматья глазами сноубордиста, обязательно пишите в комменты, буду рад ответить. По традиции палец вверх для того, чтобы дать мне понять, дать обратную связь, что эти видосы для вас хоть как-то чуть-чуть полезны. Подписываться, не подписываться, дело ваше, но в принципе, если вы хотите получать уведомления, хотите получать, видеть эти видосы чаще, чем они до вас дойдут в каком-то поиске YouTube, то подписаться, конечно, будет не грех. Все, с вами был Паша Клемет. До встречи на канале. Всем пока-пока.